Что ж, затем мы переходим к вопросу о периодичности. И здесь опять же, все, что мы скажем, нам надо будет пояснить. До того, как канон был завершен, как часто Бог открывал себя людям каким-либо образом? Что ж, если вы прочтете Писание, у вас может сложиться впечатление, что Бог непрерывно, постоянно кому-то что-то открывает и является совершенно разным людям. Но если не спешить с выводами и задуматься о том мире во времена Ветхого Завета и подумать, каков был мир в эпоху Нового Завета, во времена Христа, во времена апостолов, если сравнить количество культур, количество людей, о которых говорится в Библии, и сравнить с тем количеством, которое существовало в то время по всему лицу земли, то их будет не так много. Мы, к примеру, не читаем ничего о том, что происходило в Северной или в Южной Америке. Мы также ничего не знаем о том, что происходило на Дальнем Востоке или в Австралии. О большей территории Африки ничего не говорится. Что же там происходило? И насколько мы знаем, во всех этих частях мира проживало достаточно большое число людей. Быть может, откровение в библейском понимании этого слова имело место не так часто, как нам порой кажется. Но с другой стороны, мы не должны думать, что тысячи и тысячи лет Бог хранил молчание. Но что же нам написать в нашей таблице? И опять же, это не исчерпывающая формулировка, это лишь попытка отобразить нашу мысль. Мы попытаемся сформулировать то, о чем только что говорили. Что ж, давайте предположим, что периодичность откровения до завершения канона была относительно частой определенным группам людей. И, быть может, Бог открывал себя людям, живущим в Северной или в Южной Америке, на Дальнем Востоке, или в Африке, или в Австралии, но мы об этом не знаем. Возможно, так и было, Он являл себя, но мы не можем утверждать наверняка. Но что же касается времени после завершения канона? Если мы правильно понимаем, что канон Писания уже сформирован, то мы можем ожидать, что Бог уже не будет добавлять к Писанию после завершения формирования канона. Но это не означает, что Бог уже никак больше не будет являть Себя. И, возможно, есть достаточно большое число людей, которые испытали Божье явление в своей жизни. В наше время, и речь идет о случаях, когда текст Священного Писания становился по-особенно ясным этому человеку, но тогда речь не идет об откровении в богословском смысле этого слова. Быть может, Бог явился этому человеку, совершив некое чудо в его жизни. Или Бог посылает кому-то видение или сон. Поэтому мы не хотим сказать о том, что после завершения формирования канона Бог уже никак ничего не может сказать. Но мы не хотим, чтобы создалось впечатление, что в это время в истории откровение так же часто происходит, как и раньше, когда не было канона Писания. И, возможно, самое лучшее, что мы можем написать здесь, это следующее. Менее часто. И я прекрасно понимаю, что это лишь предположение, никакой точности здесь говорить нельзя.
потому что это отражает тот факт, что никто из нас на самом деле не знает, как часто Бог являет Себя и скольким людям Он Себя открывает. Мы знаем, что есть очень много сообщений о том, что кому-то явился Бог, но мы не в том положении, чтобы с точностью сказать, точно ли это Бог явился или нет, или это просто воображение, или, быть может, это сатана, или что-либо еще. Что ж, позвольте мне остановиться на этом и спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы по тому, о чем мы с вами говорили? Да. Послание к филиппийцам, Павел говорит, что Бог откроет это вам. Идет ли речь о новом откровении или вообще о чем Павел говорит там? Что ж, спасибо, что упомянули об этом стихе. В этом тексте, в послании к филиппийцам, Павел говорит об определенном отношении, которое неуместно. И, по сути, он говорит церкви Филиппах следующее. У вас должно быть определенное отношение, но если у вас его нет, то Бог откроет это вам. И вот пример текста, в котором мы встречаем это слово, во всяком случае, слово в переводе «откроет». И нам может казаться, что такова и есть концепция откровения. Но это не обязательно так. Скорее всего, речь идет об озарении, что Бог берет то, что уже записано в Библии, скажем, об отношениях, и под действием Святого Духа Он убедит вас, что у вас несоответствующие отношения. И в каком-то смысле я получаю информацию, которую не знал раньше, и эта информация приходит от Бога. Однако все это не то, что богословы понимают, говоря об откровении. Но позвольте мне вернуться к тому, с чего я начал. Достаточно просто будет перелистывать Писание стих за стихом и смотреть, ага, здесь слово «открыть», а здесь слово «откровение». А здесь есть слово, которое означает «раскрыть». И затем сделать вывод, что все эти стихи говорят о доктрине откровения. Что ж, класс, я понимаю, что есть искушение сделать нечто подобное. Я также понимаю, что есть смысл в изучении слов, находить все места в Ветхом Завете, где стоит слово «гала», а в Новом Завете находить все тексты, в которых стоит слово «апокалипта». Но вот что нам нужно понять. Есть разница между определением значения слов и определением концепции. И это справедливо не только для изучения богословия. Это справедливо для любой другой дисциплины, для любого академического исследования. Есть разница между определением значения слова или термина с одной стороны и определением концепции с другой. Позвольте мне объяснить эту разницу, а затем я вернусь к тому тексту, который вы упомянули, и покажу эту разницу на конкретном примере, и вы поймете, зачем нужно было все это объяснение. Если я буду пытаться дать определение слову, что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь определить, как это слово могло использоваться по-разному в различных контекстах. Вот, к примеру, что может означать слово «посмотри», если мы скажем «сидим у меня дома», а что-то интересное происходит снаружи, за окном. И я хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание.
Означает ли это то же самое, если бы я сказал «посмотри» и сказал бы это в тот момент, когда мы прогуливаемся по лесной тропе, и вы вот-вот наступите на змею? В первом случае, когда я говорил «посмотри», я не намеревался вас предостеречь. Однако во втором случае я так и делал. Именно в этом была моя цель. Если бы моя задача была в том, чтобы написать словарное определение слова «посмотреть», то я бы написал там, что это слово есть несколько значений. Одно в том, чтобы привлечь чье-то внимание. Но есть и второе значение у этого слова — предостеречь кого-то об опасности и так далее и далее. Итак, когда вы изучаете значение слов, вы определяете, сколько разных значений может быть у этого слова в зависимости от контекста, и каковы эти значения в своих контекстах. Когда я определяю концепцию с другой стороны, я преследую иную цель. Я хочу найти объяснение, определить некое понятие, и в данном случае это понятие об откровении. Что же такое на самом деле откровение? Но, изучая значение слов, смогу ли я понять, что же означает понятие откровения? Возможно, что и нет. Но это не означает, что изучение слов не принесет никакой пользы. Потому что некоторые тексты, в которых используется слово «гала» или используется слово «апокалипта», могут также пролить свет и на само понятие, концепцию откровения. Но когда мы понимаем, что есть разница между определением значения слов и определением концепции, то тогда мы понимаем, что несмотря даже на то, что Павел использует слово «открывать», когда пишет филиппийцам, это не означает, что он пытается передать некую богословскую концепцию об откровении. Знаете, иногда ошибка богословов в том, что они как бы зацикливаются на каком-то конкретном слове. И каждый раз, когда они это слово встречают, они пытаются увидеть в этом доктрину, увидеть какое-то философское, историческое, научное значение, которое никак не могло подразумеваться автором в этом конкретном случае, когда он писал этот стих. Помните о том, что Библия написана на повседневном языке, и в этом нет ничего негативного. Все, что это значит, это то, что Библия не написана техническим языком, используя набор терминов, которые используют, скажем, философы или богословы или ученые. Библия написана языком, на котором говорили обычные люди своей повседневной жизни. И в большинстве случаев, когда мы с вами разговариваем и используем слово «открыть» или даже пишем письма друг другу, мы не используем это слово в богословском смысле, его значение. И поэтому мы должны понимать, что не всякий раз, когда в Библии встречается это слово, идет речь о понятии откровения. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Но есть еще одна причина, почему мы не должны останавливаться на одном лишь изучении слов. И вот эта причина. Как вы думаете, возможно, чтобы в Писании разъяснялась концепция об откровении без использования слова «откровение»? Вот вспомните стих, который мы с вами очень часто цитируем, что Иисус и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Вот в этом стихе где-то стоит слово «неизменный».
Нет. А в этом стихе вы видите такое слово, как «вечный»? Или, скажем, слово «вечность»? Нет. Но, несомненно, этот стих говорит нам о концепции Божьей неизменности и Божьего вечного существования. Что ж, вы скажете, ну хорошо, это понятно, и я не буду слишком много искать доктринального в стихе, если автор там ничего подобного не подразумевал. Но все-таки зачем говорить об этой разнице между определением значения слов и определением концепции или понятий? Потому что мы должны ясно осознавать цели богословия. Цель богословия состоит в том, чтобы вносить ясность в концептуальные понятия. Я повторю, занимаясь богословием, мы преследуем цель разъяснять концепции. Наша задача не в том, чтобы найти все возможные значения слова «апокалипта», что означает какое-то слово в Ветхом Завете или в Новом Завете. Вместо этого мы пытаемся донести до людей, что же означает понятие откровения. Другими словами, в чем состоит концепция откровения? Что ж, я уже говорил вам, что это самое сложное в изучении доктрины откровения. Сейчас у нас будет перерыв, и когда мы вернемся, будет намного легче, и мы будем продвигаться дальше быстрее. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.